После расставания с Ритой Дакотой 27-летний певец Влад Соколовский начал встречаться с Натальей Сульяновой, моделью и фитнес-тренером. Пара много путешествовала, но не выкладывала совместных фотографий. А 17 января стало известно, что Влад и Наталья расстались. В инстаграм-сторис девушка рассказала, что ее отношения с певцом перешли на дружеский уровень. Сульянова заявила, что это обоюдные и осознанные решения. Она также отметила, что ценит Соколовского, и он будет в ее жизни. Ошибаются все, но не все готовы решать проблему, меняя себя и свой жизненный сценарий. Он в этом направлении уверенно двигается, и у него получается, высказала мнение Наталья. Ранее певец говорил, что чувствует себя счастливым и влюбленным. Но 16 января Влад поделился переживаниями на видео. Он признался, что после разрыва с женой его утащило на самое дно, и он долгое время не понимал масштабов бедствия.